Евровидение, первые европейские игры, гран-при Азербайджана «Формула-1», четвертые игры исламской солидарности. Организацию данных мероприятий невозможно себе представить без участия волонтеров. Волонтеры Азербайджана – ответственные, талантливые молодые люди, всегда готовы прийти на помощь, поддержать свое государство во всех сферах деятельности. Активные волонтеры добились успеха настолько, что уже без участия и поддержки государства могут организовывать свои мероприятия, предлагая интересные идеи. Одним из таких мероприятий стал праздник, посвященный грядущему Новому году, который прошел во Дворце спорта, где собралось около 3000 волонтеров. Завершился концерт танцами. В дальнейшем у нас будет еще очень много таких мероприятий, не только связанных с отдыхом. На самом деле это праздник. Сегодняшний праздник мы все-таки делаем для них. Они сами выбрали такой вид отдыха. Тут мы ничего не решаем. Но в будущем у нас очень много будет мероприятий, посвященных именно волонтерам. Волонтером быть – это, во-первых, первое, что это заработать новых друзей, много знакомств. Во-вторых, ты развиваешь свой кругозор, расширяешь свой кругозор, потому что ты общаешься абсолютно с разными людьми, с разных сфер, категорий. Ты общаешься с иностранцами, это уже развивает твой язык английский. Очень много преимуществ, поэтому я всех призываю быть волонтером в нашей стране, точнее молодежь. Это очень интересно и забавно.